Полине и Кириллу нет и 15. Они уже квалифицированные специалисты в области робототехники. Тандему не больше года, а их собственный проект «Робот», который собирает шины, уже завоевал золото престижного чемпионата WorldSkills. Достигнутым останавливаться не намерены. Мир робототехники молодые спецы штурмовать продолжат. Делать новых роботов и осваивать новые языки программирования. Может, трансформеры создать? Ну, не знаю, что-то, наверное, нужно, то, что поможет миру, наверное. Ну, робота для домашних дел, например, чтобы прибирался, готовил. Кстати, эти вундеркинды лишь одни из победителей регионального чемпионата рабочих рук. Из 300 конкурсантов победители только 45, от айтишников до парикмахеров. Нам еще предстоит отборочный, еще один этап, предстоит еще финальное соревнование. И я, конечно, желаю всем, кто попал в эти дальнейшие этапы, обязательно с честью представить и Алтайский край, и представить свои регионы. А представлять свои регионы и бороться за то, чтобы попасть в национальную сборную страны, сегодняшние победители будут в мае следующего года в Казани. Организаторы говорят, чемпионат WorldSkills – это настоящий шанс для молодых людей зарекомендовать себя перед самыми лучшими работодателями планеты. Валентина Скирова, Александр Антропов. Наши новости.